Процесс закваски капусты продолжается не меньше недели. Но как быть, если впереди праздник или семейное торжество, а вы не успеваете приготовить это всеми любимое соленье? Я покажу, как можно заквасить капусту за 2 дня. Измельчаем небольшой кочан капусты. Добавляем мелко натертую морковь и перемешиваем. На дно кастрюли кладем 2 куска черного хлеба и ломтики сырой картошки. Накрываем большим капустным листом. Сверху укладываем капусту с морковью. Для аромата можно добавить тмин или семена укропа. Плотно утрамбуем. И, внимание, не ждем, пока капуста выделит сок, а готовим рассол. В стакане воды разводим 1 столовую ложку соли. Заливаем капусту, кладем под гнет и ставим в теплое место. Ржаная мука быстро запускает процесс брожения, а картофельный крахмал – хорошая питательная среда для бактерий, участвующих в засолке. Таким образом, вкусная квашеная капуста будет готова уже через 2 дня.